Всем привет! С вами Елена Устименко, биосенсорный психолог, практик с 20-летним стажем, специалист в области отношений. А биосенсорный психолог – это тот психолог, который не работает по тестам, это тот психолог, который смотрит дальше, глубже, идет за откликами, который чувствует, который видит. Вот. Я именно такой психолог. Сегодня я хотела поговорить о том, что делать, когда мужчина не дает деньги. Потому что есть такие ситуации. Как всегда, разберем ошибки, которые не стоит совершать. Первое. Не стоит придумывать никаких легенд, на что там тебе какие-то нужны деньги или у кого-то заняла, тебе срочно нужно отдавать. У меня была такая одна подопечная, мы с ней вышли на классный результат. Изначально тактика у нее была какая? Она там мужу говорила, что вот она заняла у мамы там 12 тысяч рублей, там или там та-та-та, или 7 тысяч рублей, маме нужно отдать, вот на кофточку, еще на что-то, еще на что-то, еще на что-то. Она пробовала всякие способы, но у нее не очень получало. И вот эта тактика ее не очень, скажем, красивая, да, и честная. То есть она так жестко изначально пыталась манипулировать. Она не приводила к хорошим результатам. Почему? Ну, потому что считал, что, как кино «Алиса, где-то ты меня дуришь», что его хотят как-то обмануть. Это неправильная тактика. Что происходит обычно? Почему мужчина не хочет давать деньги? Причин, как всегда, несколько. Первая причина – мужчина может думать, и многие именно так и думают, что ты не можешь распоряжаться деньгами, что тебе сколько не дай, ты там на какую-нибудь ерунду спустишь, ничего хорошего не купишь. Потому что для каждого человека понятие «хорошее» – оно свое и сугубо субъективное. Поэтому мужчина может подумать, что ты там на себя потратишь и все как бы, но ничего для семьи или там для вас обоих не купишь, или купишь, но не то, или купишь, но дороже. Вот. Поэтому, когда мужчина хочет тебе не давать денег, значит, возможно, причина кроется в этом. Если причина кроется в этом, нам, как всегда, важно найти причину. Почему? Почему же мужчина тебе не дает деньги? Потому что это вроде как и нормально, и хорошо. Вот, мы ищем причину. Если причина вот именно в том, что я перечислила только что, да, мужчина не уверен в том, что ты правильно будешь распоряжаться деньгами, тогда вам нужно сесть вместе и расписать, например, ваш бюджет семейный, на что он будет идти, какая стоимость. Ты можешь написать там какой-то список продуктов или еще чего-то, на что тебе нужны деньги, со стоимостью, чтобы мужчина понимал, потому что когда мужчина дал, например, там 50 тысяч, а ты сказал, все, я их освоила, а он не видит, где они, он, ну, как минимум, будет удивляться. Но если ты мужчине скажешь, да, знаешь, смотри, как удачно я вложила. Я для нас вот это приобрела, вот это, вот это, вот это. Мы весь месяц можем не париться вообще ни о чем. У нас все классно. Смотри, как классно я придумала, как я позаботилась. Вот. Не надо воспринимать, что вот, и что я перед этим должна отчитываться. Нет. Просто если мужчина не понимает, то, понятно, у него внутри будет такое возмущение, как минимум, возникать. Поэтому нужно сесть и расписать бюджет. На что конкретно нужны деньги, какие, как и почему, это раз. Сколько, что стоит и прочее. Вот. А еще также другая проблема, может быть, почему мужчина тебе не дает деньги, крыться именно в тебе. А ты сама с легкостью можешь принимать деньги от других людей? Может быть, это твоя проблема, твоя затыка? Потому что я скажу, по секрету или не по секрету, ко мне обращаются женщины, и, разбирая проблемы, там приходят, почему мужа дина?
а потому что у многих они сами не могут брать деньги. Мужчина раз как-то намекнул, сказал, смотри, а вот там вот полочка, и на полочке лежат денежки. Если тебе нужны там на носочки, на чулочки, на платочки, бери. А женщина подумала, как я у своего мужчины буду брать деньги? Что он обо мне может подумать? Кто я такая? Вот, и ты раз сказала, ну нет, ладно, обойдусь, второй раз. А потом ты уже хочешь, а мужчина понял, что ты та женщина, которая, ну как бы, ну как-то так сама, да, тебе не надо давать деньги. И все, и система налажена. Вот. А может быть, ты недостаточно себя любишь и не можешь на себя что-то тратить, и не можешь себе что-то позволять, и поэтому ты это проецируешь, а мужчина смотрит и говорит, он даже, ну, может это невербально считать, да? Не то, что он там прям тебе говорит, но он чувствует, что ты тот человек, на котором можно экономить, которому можно деньги не давать. Поэтому, что нужно делать? Нужно понять изначально причину, почему тебе мужчина не дает деньги, и что мы делаем дальше. Тебе нужно шаг за шагом научиться принимать деньги, просить их на какие-то мелочи. Вот мелочи там, ну, все, что ты хочешь, да, там, я не знаю, там, любую шалость, любую мелочь, ну, которая небольшая, да, а просто. И, получая, например, деньги в подарок, ты можешь сказать там, ой, я хочу вот это, можешь это платить. Это не должно быть какая-то крупная большая сумма, а, например, даже мелочь. И потом радоваться, прыгать, радоваться, как дети, да? Почему детям хочется дарить деньги, там, подарки? Ну, мы детям деньги не можем дарить, да, поэтому дарим подарки. Когда ты даришь ребенку подарок, он счастлив, он рад, он скачет, он эмоционирует. И ты видишь его счастье, и хочется повторить, да, повторить. Поэтому не надо там танцы такие вот исполнять, конечно, там, переигрывать, но учиться принимать деньги тоже это важно и нужно. Потому что, говорю, может быть, это именно в тебе, вот эта затыка какая-то. Поэтому мужчина дал тебе немного денег, ты сказал, ой, милый, класс, супер, спасибо тебе, мне так приятно чувствовать твою заботу, твое внимание, и так приятно понимать, как ты меня любишь и сколько ты для меня делаешь. Пусть он тоже почувствует себя причастным к вашему, к этому счастью, к вашей радости. Вот. Потому что, ну, для мужчины тоже важно. Вот. И это гораздо приятнее ему, чем давать деньги женщине с хмурым лицом, которая взяла, не куда-то там потратила, там 20, 30, 50 тысяч, да, и не сказала куда, и все, да, вот. Но ты делай тогда эти действия все открытые, куда, на что, и эмоционируй, ой, как классно, супер, смотри, мы вот это себе сделали, мы себе вот это позволили, а мы себе вот это прикупили, и, ну, напоминай, что как классно, когда рядом красивая женщина, а красоту нужно поддерживать, что все стоит денег. Но как классно, да, вот я сделала классный маникюр, милый, посмотри, какой классный маникюр. Спасибо же тебе за то, что ты мне дал такую возможность, да, спасибо, мой дорогой. Вот, пусть мужчина так похорохорится, скажет, ой, класс, я такой молодец, я свою женщину сделал счастливой, красивой, вот. Ну вот как-то так. Маленькие шаги всегда ведут к классному результату. Если ты будешь делать маленькие шаги, то ты дойдешь до большой цели. Не нужно рубить с плеча, не нужно ставить вопрос ребром. Мужчины это очень не любят. Для мужчин классно видеть с собой рядом мягкую женщину. И, девочки, всегда помним о женской мудрости. Или мне очень нравится высказывание, что лягушку варят в холодной воде. Для того, чтобы достичь какого-то результата, нужно медленно, шаг за шагом, идти к своей цели, потихоньку, не спеша.
Так, чтобы мужчина не заметил, а правда, он деньги дает или покупки совершает. Деньги можно давать руки, а можно там сказать: «Ой, милый, смотри, как вот что я нашла, давай вот это вот купим, да? Вместе мы купим, ты заплати, и мы с тобой это купим». Вот, шаг за шагом мы идем к своей огромной большой цели, классному мужчине. Мы работаем над собой, потому что, говорю, еще раз повторяюсь, мы уже подводим выводы. Часто бывает, что эта проблема именно в нас. Мы сами не можем принимать деньги. И как бы нам вроде не хотелось, но, как правило, затыки, палки в колеса мы сами ставим себе. Всех обнимаю. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк. Если у тебя какие-то есть интересные мысли по этому поводу, напиши их в комментариях. Будет интересно. Я всегда читаю комментарии. Мне это очень нравится. Читать комментарии и отвечать. Нажми на колокольчик, и каждое видео, которое я буду снимать для тебя, интересное и полезное, ты его не пропустишь. Ты будешь в курсе всего, что я хочу тебе рассказать, чем я хочу с тобой поделиться. И если у тебя есть какие-то вопросы, и тебя интересует диагностическая консультация, на которой мы сможем определить твою, ну, в чем у тебя затык, да, что тебе мешает жить классной, полноценной жизнью. Внизу форма есть заявки. Ты ее зайди и оформи. Тогда мы с тобой выберем удобный для тебя и для меня день и время и проведем диагностическую консультацию. А это будет началом твоей классной, новой, счастливой жизни. Всем пока-пока. Обнимаю. Хорошего дня.